Как сделать театр живым и правильно донести свою мысль до зрителя? Об этом, как никто другой, знает помощник художественного руководителя МХТ имени Чехова Николай Скорик. О своей жизни и работе он рассказал химчанам на творческой встрече. Заслуженный артист России поведал о своей работе в театре, работе над постановкой пьес Чехова, а также о своем жизненном пути. Николай Лаврентьевич провел свое детство и юность в Калуге, потом переехал в столицу. Учился в МГУ, откуда, по его рассказам, сбежал, затем поступил в Московскую консерваторию как пианист. Но только с музыкой свою жизнь связывать не стал. Это я пришел. Да, вот так должен каждый про себя, какие-то годы молодые, обязательно осмелиться и сказать. Я пришел в этот мир, и это должно быть осмысленно. В какой-то момент, в общем, я понял, что мне в музыке не хватало слов. Я же должен сказать что-то миру. Я должен сказать это. И поэтому в результате я оказался в театре. Зрители с удовольствием общались и задавали вопросы. По общему мнению, такие встречи полезны, в первую очередь, для молодежи. На этих встречах молодые люди начинают задуматься, наверное, о каких-то вещах, о которых раньше не задумывались. Может быть, даже и о смысле жизни, о каких-то нюансах. Не только связано с театром, а вообще связано с жизнью. Во второй части встречи зрителей порадовали инсценировкой трех рассказов Чехова, роли в которых исполнили молодые актеры.